мужики, давайте поставим. Коль, давай тебя. У него обзор закрыт абсолютно. Работает специальный игрок по нападающему, по вратарю. Ему Владимирка пошел туда помогать. Удар состоялся. Ворот пока что. Мы сегодня Даниловскому, а забивает так Кашикашвили, забивает Лаша Кашикашвили. Пока все на этих демонтах, но зачем ему Даниловскому, который, конечно, прекрасный хайдер. Сюда я другого города, Сокоросова. Жека, что с тобой, Жека? Пока что-то не заметил. Не смотрелся, остановился. Поменяет, тем не менее, опасный удар. Ну, такой опасный, на самом деле. Получилось сейчас в ближнюю угол. Забирает, немножко обрезался Бобр. Да, это Маленько, на поле, все стаканы, дорогие.
здесь, ну что же, на самом деле, это замены, ну и просто тем составом, как мы сегодня с тобой. Отличный отбор на правом фланге. Макаров делает и играет на Саченкова. По левой бровке уже набирает Романов. Именно туда хотел отдать передачу Саченков, но этого ему не позволили сделать. Мне пришлось только так, по боковую линию отправить плохо. Атака вчера, кстати, Удар-то наконец-то, честно говоря, я уже, да, начал волноваться. Удачно нанести удар, потому что чем дальше нападающий шел, да, чем больше хватило себе под удар, тем становится дистанция между и защитниками. И так момент мог и вовсе и прошел. Вот этот удар был нанесен. Yeah.
сразу такой. Иногда это наоборот может немножко испортить. Я не видел секундомера, но я думаю, что это такие плановые замены, то есть это замены, которые были придуманы уже до матча. Возможно, где-то в раздевалке мяч опасный, как под парашютом. Но справился Леонид Мусин с этим моментом. Однако атака все-таки продолжается. Еще один угловой. Небольшой серий. Да. Стой! Подача сразу пошла. Вот череду изобретает. Где-то на стандартном положении. Опасная атака и удар в ближний угол. Удаление, захват последней надежды. Тут же пропустили со штрафного. А первый тайм вообще. Ну а во втором тайме уже восьмером. Погоняя тренера. Крымскотенер собрался, провел 5 дезинфекционных и все-таки отобрал. Кубка МФЛ. Победителю, да. Кубка МФЛ было бы... Непростительно, вот ты идешь! Такой ранний стадии. Считаешь игру вообще! Да, ну и, кстати, Поднимись. Штатив, брось под лестницу. А камеру мне... Ну, оставь здесь, ладно. А камеру мне. По ходу первого тайма, да, сколько раз он помог выручить команду, да, и при этом, что ну, вот, может, там потом двух эпизодов он опережение не сыграл, но не всегда это нужно делать лучше, и чтобы какие-то моменты просто не доводили, да, до удара. Бодро, да, но теперь осталось нам найти только одно номера и тех игроков, да, которые просто понять, да. Стой!
Вот, ну а с номерами все становится на свои места. Мариш, не за боковой, это Макарова. Макаров продолжал дальше. Жить Роман. Дотянется до мяча, но нет, Романа оттеснили. И тут же Иван Жуков. Да, да, да. Не могу так, но могут справа от меня, да, может быть, все, каждый. Я вот не могу, второй раз. Уже ошибается голкипер, а здесь ошибка уже защитника. Еще один будет забивать. Почему-то больше всего этот момент завел Майдаму Майгу. Да потому что он хотел бы быть сейчас на этой позиции, да, и он бы этот эпизод точно решил. Поэтому он не бедовал. Вот посмотри, да, у нас Майда всегда пытается закрыть вообще все. Вот сейчас снова в обороне играет Мариша, да, Майда находится уже там. Да, да, сейчас просто забрал Алёнтова себе игрока, и вот идёт своим бородом. Орфу! Пошли, пошли! Ну, ты опять последний! Постоянно с улыбкой, постоянно жизнерадостной. Вот, конечно, видит себя больше центральной. Больше приходится работать мячом. Но я так разрядов много того, что не хочется генералом. Все хотят играть в центре и проводить с мячом большую половину времени. Носочком тянешься. Ну а здесь что? А здесь просто угловой, поэтому, собственно, не играл у нас игрок Добра, который стандартно играйте! Своими! Коллеги, тем не менее, стандарт разыгрывается. И рядом со штангой этот мяч проходит. Очень хороший розыгрыш пошел сейчас у Бобра углового фланга, да, и закрывал, ну и. Пока что нет, но я думаю, что это самый опасный момент в первом тайме. Основное время все. Основное время матча, ой, тайма закончилась. Раскатывает просто ЦДН, разрывает оборону соперника, ничего не может сделать Бобр. И вот этот свисток на перерыв, он, наверное, сейчас так никогда, кстати. Да, на его, кстати, был момент сейчас. Иди, вас слышно хорошо. Здорово.
Сейчас отдай! Я тебе говорил, одевайся, не классно, оделся, блин, я не знаю, как будто поехал в Сочи. Даже, понимаешь, он даже без перчаток приехал. Пишу человеку вчера, оденься, тепло. Приезжает человек без перчаток. Я свитер одел. Получается, сейчас вы что-то еще подлетаете? Еще, просто вот сейчас вы стоите еще потом два матча. На улице делаешь. На улице надо. Центр! 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 Хорош, один! А Серега далеко ушел, не видишь, он уже ушел. Уже ушел. Да, смотри, Була! Иди, Бу! Есть! Смотри, вот запад, а вот соседние районы. Вот ты видел такое хоть где-нибудь вообще, хоть в одной команде? Не на западе. Спасибо. А где вообще номера у Бука? Ладно, я вас включаю. Давай. Включил. Продолжаем мы. Встречу 2-0, походу, первая матча впереди. Очень так же быстро команда Ерес начинается. Это второй. Мы снова после команды. Давид, зайди, что, блядь! Давай, Рус, давай! Да,
центр кто? Спина лево, спина лево. Впереди удар! И гол, пожалуйста! Все-таки в начале второго тайма Бобр нашел себе силы. Ну и посмотри, как мне сейчас показалось, чуть-чуть недооценили нападающего Бобра. Да? Хорошо, он собрал корпусом, слева найти в дальний угол. Забрал. Иди! Иди, Рус! Все, спокойно, Рус! Иди к вратарю! Идет Бобр на эмоциях, на кураже вперед. Еще один момент. Подсказывает, что нужно играть доверного. Здесь уже ЦДН помогает всеми силами забить Бобру. Вот это отличный пас на угол назад. Давай, пульчик, все нормально. Борис, ты его боишься! Показывает за это очень легко сейчас издалека пробивал. Ну что ж, вот один единственный гол, оказывается, Бобр был нужен, да, и команда буквально нажали на кнопку и активизировали. Сам возьми локоть поставь. С первых секунд матч можно. Гориш, Витя! Хватит. А что, ребят, давай поборем! Таким напоем, таким настроем. Мяч летит, никто не хочет его принимать, чтобы дать ворота. Без эмоций, нормально все. Спокойно. Все, Серж, стоп. Сейчас как раз он набрал форму.
Всегда, да, вот тот из Валер, он думает, что он просто ставил, опять это между ему корпусом было, которого назначил. А Мусин подсказывает своим, что нужно стать троим. Это семь сортир станет, ну достаточно, да, но решает. Не рискал. Голкипер. А у меня нажал Маду. А это розыгрыш ставит, читая на центр штрафной на лёгкой бетоне. Наш будет! Наш! Да, твоего где-то в словесной борьбе, где-то в физической борьбе мяч Бобр и сохраняет снаряд у себя команда. Четыре человека вокруг игрока Бобра, но все равно удается ему пробить буквально овации, да, сейчас этим эпизодом со своей скамейки запасных Бобра срыва. Да, причем успевает не только нападающего, но и защитника, который здесь профессионально считает, а предпочитает играть всегда. Очень много непоклонников, Владимир знает, а во-вторых, за счет Это шанс для Бобра, заход на очередную атаку. И мне кажется, заиграл ЗРК с этим мячом, да, а вот тут ротак сейчас Бобр. 4-4, на самом деле, компания поправляется. Агаев на своей площади ищет возможность для того, чтобы развернуться, нанести удар. Первый удар заблокирован, но, видимо, будет и второй. Очень спорный момент, очень интересный. Да, и мне кажется, что здесь должен быть встреча прав. Допоролся в этом эпизоде и заработал право на угловой удар. Еловский дотягивается до мяча. Здесь результативно так, а что? Вы видите, что предыдущая атака, да, будет быстрая атака, и контратака, и не прошлись Еловский. Задание центральный защитник, которому мы по сути в нападении вот именно в таком скоростном выпаде ну, делать особо нечего. Но это вот реалии, наверное, где-то современного футбола, когда неважно, на какой позиции ты играешь, но если ты ситуативно оказался здесь, то можешь поддержать партнеров, уходить вперед, где-то возможно просто отвлечь. Соперника, но да, сейчас Беловскому не дали добра. Игрок Бобра. Вот,
готов бесконечно, да, вот эти улитки вокруг себя крутить, пока на нем не спалил. Чтобы просто вместе с игровой, тем не спрашивали, разыгрывается подача снова туда на Даниловском месте, считая еблал. Головой и еще один шанс. Подача Майка в Маду, двоих убрал за замахи. Здесь Гейсов, как ты устоял на ногах, дружище. Да, вначале только на одной левой, потом на одной правой. Дальний удар, рикошет, читая. Сразу не стал бить, и нет, забивает, читая. Да, здесь, наверное, можно говорить о том, что Сидоренко повезло. Где-то Бобу не повезло, потому что это отскоки, рикошеты. Но читая, сделал свое дело. Оказался там, где нужно, и... Не стал спешить, не стал куда-то грузить на дальнюю штангу, не стал ждать увеличения партнера. Сделал все сам. Совсем аккуратно, вот что действительно может хватает, да, вот человек не знал, что нужно делать, да, меч придержал и аккуратно, да, после того, что был острый, да, но видел, что мужчина висит в газоне и аккуратно перевел время. Все поворот, ну и дружно, на самом деле, здесь сидит из опасных ЦДРЖ. Олег, мы даем выдох, но пока тренер присутствует. Все вроде бы шло хорошо, матч, удачно, успешно. Вот это хорошо, как будто бы слава тащит. Забивать, и все меньше. Но вот, может быть, сейчас при помощи стандарта. Странная замена. Если расправляется на... Куда ты? Мы сели, бля, у нас минус один. Куда ты несешься? Проходит опять совершенно один четверть своей штрафной. Наконец-то четвертый игрок Бобрева восстанавливает. Контратака 2-2. Может быть, может здесь получиться. Но нет, мне казалось, зря Занько здесь мяч пытался сразу отдать туда направо. Нужно было обыгрывать, нужно было пытаться. Ну зачем ты падаешь? Ну а зачем ты толкаешь? Ну все друг друга поняли, один сделал то, что он должен был сделать. Встаньте, блядь, встаньте! Еще! Тем временем расставляются на свободе стенки, звучит. В этот раз поближе. Может быть, на третий раз Давай,
традиционная атака от Бобра. Правее, а вот Романов на дальнюю. Романов все там вовремя увидел. Бутнов, правее, Кукин. Расстрел туда, штрафную. Идите сюда! Поспокойно. Заера! И вот он удар касания, но прямо по центру, и это легкий мяч для Георгия Хашакашвили. Не спешит голкипер ЦДН, только сейчас будет мяч в игру. Защитники Бобра, Макар прокатывается мимо. И здесь попал по ноге, но будет удар, и дает главный арбитр встречи продолжить этот момент. Да, встреча, кстати, не останавливается. Бобра Стефен после этого столкновения поднимается на ноги. Один поднялся, но другого уложил. Армайга Маду получает совершенно заслуженный горчичник. Да, не успел где-то, может быть, перекрыли его. Придержи! Действительно, нарушение было. Желтая карточка оправдана более чем. Меньше 8 минут у нас в этой встрече остается. 3-1. Шире! Серега, Справа будет удар, Данилов перед ним тут же вырастает. Ниже. Рус, три. Я правая рука, Рус, правая рука. Здесь играем головой. Романов был близок, потому что этот мяч перехватил. Оля, ты! Оля, центральная зона! Мост! Сзади, друг! Ну и вот они эмоции. Оля, у него! Таков футбол.
Но есть возможность еще хотя бы вернуть ту надежду, да, ту мечту. Сейчас остается неизменно. Так вот у нас, Вот, вот, вот.
Победы 4-1. Ну и кроме того, следующую стадию плей-офф встретиться, как я говорил, я уже с контейнером не попозже чуть-чуть, да, как и планы назад для команды, которая выходится контейнер и КД, следующий пар. Уже точно известно. Я упомянул следующий же матч. Также будет очень интересно. Малпорт про это регион. Да, тот и Малпорт первый там на юго-востоке проиграл 4-1. И вот сейчас Порт принимает здесь. Готовит у себя. Ну, посмотрим, на что следующий западный коллектив сможет и вообще рассчитывать на что-то или. Ну а мы с Дмитрием Шоу нашу трансляцию заканчиваем. Да, спасибо большое, что за ней смотрели. На самом деле, если посмотреть по счету, да, встреча на самом деле слышу куда интереснее, да, поэтому вы на YouTube не смотрите, а события просто развивать. Что ж, на самом деле, я окей. Все, спасибо. Я свободен. Я свободен. Протокол с предыдущего матча внесли. У вас комментировал человек, я видел, что он забрал оригинал. Нет, не оригинал, а лето копировал. Сзади, сзади! Один була! Только что из тепла. Тут, блядь, что-то не там, блядь, забил, блядь.
Какие вы Я
Один на один, нужно было забивать.